Свечи, дедушка, третий год. Почему, зачем и как это связано? Давайте сейчас во всем разберемся. Итак, Карамбола Forever. Значит, да, дедушка — это первый NPC, если его можно так назвать, с которым вы знакомитесь после создания персонажа. В самой первой катсцене вы читаете письмо, которое получили от дедушки, и узнаете, что он завещал вам ферму, находящуюся в долине Стардио, в которую вы и переедете впоследствии. На любом типе фермы, в левом верхнем углу, вы сможете найти алтарь дедушки, на котором лежит записка, где он обещает вам вернуться в начале третьего года. Итак, в первый день весны третьего года у вас обязательно запустится катсцена, где придет дедушка, по всей видимости во сне, для того, чтобы оценить ваши успехи в игре. После катсцены, когда вы выйдете из дома, на алтаре загорится определенное количество свечей. Это количество горящих свечей связано как раз с оценкой дедушки. Если загорятся все 4 свечи, то вы молодцы, можете гордиться собой. Это самая лучшая оценка фермы, да. Ну и плюс к тому, с 4 свечами вы сможете получить статую совершенства, которая каждый день будет давать от 2 до 8 единиц иридиевой руды. Теперь давайте разберемся, на чем основывается оценка дедушки. Как это вообще работает? Оценка дедушки основывается на системе очков, ну или баллов, а система очков, в свою очередь, основывается на различных достижениях игрока во время игрового процесса. В общей сложности имеется 21 доступный балл. Что баллы, что очки, одно и то же, просто иногда я буду чередовать эти слова, поэтому не теряйтесь. Для получения статуи совершенства, то есть для того, чтобы получить все 4 свечи, нужно заработать минимум 12 очков. 12 очков из 21. В принципе, это не так уж и сложно, казалось бы. Кстати, если у вас в первый раз не получилось зажечь 4 свечи, то есть возможность попросить дедушку повторно оценить вас, положив алмаз на алтарь. В таком случае дедушка появится на следующий день, или в некоторых случаях в первый день следующего сезона. То есть получить все 4 свечи можно и позже. Поэтому не беспокойтесь по этому поводу. Ну что ж, давайте теперь разбираться, за что же даются баллы. Итак, первые 7 очков можно получить суммарно за определенное количество заработанных денег. То есть тут это работает так. За заработанные 50 тысяч золотых, 100 тысяч, 200, 300 и 500 вы получите по одному баллу, а за первый заработанный миллион сразу 2 очка. Важно понимать то, что очки суммируются, и, например, как раз за 1 миллион вы получите не 2 очка, а сразу 7. Идем дальше. 2 очка можно получить за уровни в навыках. Итак, смотрите, всего навыков 5. Фермерство, горное дело, собирательство, рыбная ловля и боевые навыки. А всего уровней в каждом навыке 10. Так вот, очки зависят от суммарного количества уровней. Причем неважно, какие навыки прокачаны, а какие нет, главное только общее количество полученных уровней. Итак, что получается? Одно очко вы получите за 30 уровней во всех навыках суммарно, и еще одно уже за 50 уровней. Кстати, в этом случае нужно будет достичь 10 уровня в каждом из навыков. По поводу профессий, они не имеют значения, важны только уровни. Итак, что дальше? Еще 3 балла можно получить за 3 довольно сложных достижения, первое из которых называется «Мастер рыбной ловли». Для его выполнения нужно поймать каждый из доступных видов рыб в игре. Качество рыбы, кстати, не имеет значения. Короче говоря, вам нужно словить, ну вот просто всю абсолютно рыбу. Но родственники легендарных рыб, опять же 1.5, которые могут быть пойманы только во время испытания Ки, в зачет не идут и являются лишь уникальными предметами квестов. Второе достижение называется «Полная коллекция», суть которого довольно проста и сложна одновременно. Нужно полностью завершить коллекцию всех музейных экспонатов, которых в игре 95. Сигналом к получению достижения служит звездочка во вкладке «Достижения», а также полученная от Гюнтера звездная капля. И, кстати, не стоит обращать внимание на оставшиеся свободные места в музее.
Да, они там остаются, просто после получения достижения их уже никак нельзя заполнить, это нормально. Последнее достижение называется «Мастер груз». Оно также просто в теории и сложно на практике, как и остальные. Чтобы получить это достижение, нужно отправить на рынок каждый из доступных предметов в игре вообще. Абсолютно каждый предмет. Количество и качество не имеет значения. Главное – каждый. Ну и вот, выполняете эти три достижения и получаете 3 очка. Хочу сказать, что париться ради этих 3 очков вообще не стоит. Лучше заняться чем-нибудь другим, потому что, как я говорил ранее, собирать все доступные очки вовсе не обязательно. Достаточно будет всего 12. Поехали дальше. Следующие 2 очка могут быть получены за дружбу с местными жителями и домашними животными. Да, вернее, с одним домашним животным. Для первого очка нужно вступить в брак и полностью расширить свой дом у Робин. Для второго нужно иметь 8 или более сердечек дружбы, хотя бы с 5 любыми жителями. Для третьего нужно иметь 8 сердец уже с 10 любыми жителями. А для четвертого очка нужно заработать хотя бы 4 сердечка дружбы со своим питомцем. Да, вы не ослышались, у вашего питомца тоже есть шкала дружбы. Здесь, кстати, имеется в виду именно тот питомец, которого вы выбрали при создании персонажа и которого Марни приносит на вашу ферму. Да, либо собачка там, либо кошечка. Сложность заключается в том, что прогресс дружбы с питомцем никак нельзя посмотреть. Но тут на помощь приходит Вики. Только оттуда можно узнать, что питомец имеет предел очков дружбы в 1000, то есть 5 сердечек. И как только этот предел будет достигнут, вы получите такое уведомление. Важно знать, что когда вы гладите питомца, вы получаете с ним 12 очков дружбы. Причем гладить питомца можно только один раз в день. То есть, в принципе, если гладить питомца каждый день, можно меньше чем за год заработать с ним 5 сердечек. Итак, последние 5 очков можно получить за различные игровые события. Первые 3 можно получить за восстановление городского клуба, просмотр катсцены, открытие клуба и получение награды героя Stardew, что как бы все это мягко намекает игроку, что корпорации Джорджа в Пеликане не место. Ну, то есть, просто очки за членство в Джорджа не даются, и поэтому как бы, ну... Это, кстати, еще один минус Джорджа, который я не озвучил в том самом ролике. Следующие и последние 2 доступных очка можно получить за первое. Нахождение ключа с черепом. Он находится в сундуке на 120 уровне шахты при первом посещении. И второе за получение ржавого ключа. Его вам передаст Гюнтер на следующий день после того, как вы отдадите в музей 60 различных предметов. Что ж, это были все доступные очки. Повторюсь, что для получения статуи совершенства и, соответственно, 4 свеч, нужно набрать минимум 12 баллов, после чего на следующее утро нужно осмотреть дедушкин мемориал и статуя ваша. В зависимости от количества набранных баллов, на мемориале будут зажигаться от 1 до 4 свечей. Первая свеча загорается при количестве баллов от 1 до 3, вторая от 4 до 7, третья от 8 до 11 и четвертая от 12 и более баллов. Оценка дедушки более никак не влияет на игру. Продолжать играть можно бесконечно. Плюс, как я уже говорил, вы можете попросить дедушку заново вас оценить, положив на мемориал 1 алмаз. Ну, я вот теперь думаю, что можно оптимально выполнить, самое легкое такое, для получения 12 баллов. Значит, смотрите, смотрим. Самое главное, что нужно выполнить для того, чтобы получить 12 очков, это заработать 1 000 000, прокачать все навыки до 10 уровня и восстановить клуб. Все. Этого будет вот так вот достаточно. Как раз это 12 баллов, и вы получите все 4 свечи. Все. На все остальное можете забить. Все. Спасибо за внимание. Карамбола Forever.